все, Геночка на старт. Вот посмотрим на него поближе. О, как он готовится на 400 метров. Давай, Гена, покажи. А что, не все вышли, да? Что за занятие? Так, зая, держись крепко на тумбочке. На добрый путь. Ну куда? Куда? Вот смотри. Что? Гена? Да. О. Тихо, тихо. Мне надо сюда. Еще рано, еще рано. Он будет много плыть, Настя. Подожди, мы скажем, когда кричать. Дистанция 400 метров вольности. Да, говори себе. По шестой дорожке старт у нас принял кулак Геннадий. Спортсмен из славного города Сумань. Первый полот 50%, 50 метров дистанцию он прошел. 36 секунд, ну, в принципе, неплохо. Но главное, чтобы он слишком сильный темп не взял. Задача пройти дистанцию равномерно. Так, на дистанции всего 5 человек, да? Дистанцию вышло 5 человек. 3 человека не вышли на старт, испугались, когда узнали, что будет кулак стартовать. Соточка, объяви сколько, соточка. Минута 14. Минута 14, первая сотка. Обгоняет свой график, короче. Опережает. Слишком сильно начал. Ну, наверное, он знает как. Надеюсь, ему хватит на финише. Так, он отрывается, молодец. Нет, ему задача его проплыть равномерно. Так, вот там еще люди доплывают. Это мы сейчас на увеличение взяли чуть-чуть. На увеличение зондера. Поворот прохождения. Поворот. 150 метров прошел за минуту 57. Разменял 2 минуты. То есть, даже в этих график ему за 40 секунд надо проплыть 50 метров, тогда он будет в графике. Полистал чуть-чуть. Я думаю, выдержит. Если спокойненько темп не сбросит сейчас, то выдержит. Так, идет быстрее графика. Сколько? 2.39. 2.39. Две сотки. Ну, посмотри, здесь тебе мешал. Не, он не будет смотреть. Он устал, Лиля. Он слишком сильно начал. На 5 секунд раньше, ну, сильнее начал, чем надо. Что все? Не слышал, наверное. Нет, поворот делал хорошо. То есть он, я так понял, третью сотню окупается реально. Он сейчас откупается 10 метров и поплывет дальше. Да, сейчас он чуть-чуть отдохнет. Так, третью, это третья сотка? Серега, надо время сказать.
немножко засекить. Коснется же когда? Yes. 4.06.34. 4.06. 4 минуты, 6 секунд, 34 сотые. 300 метров. Молодец. Подустал. Но он вырывает. Не, начинает наращивать темп, да. Вырывает. Видишь, головой зарывается постоянно. Вот она, ну, да? Ныряет. А, есть. Хромать начал там. Общий обзор. Видишь, уличка в руках. Сейчас. Вон, самый ближний. Так, последний полтинник пошел. Вот это последний. То есть ему осталось 55. Вот это заканчивает, да? Осталось. Ты знаешь, должен он, в принципе, должен ложиться. Давай, кричи, Настя, болей. Болей. Давай. Давай. 18, 19, Лена, давай. 20. Молодец. Есть. Сколько время? 5 минут 28 секунд 83 сотые. Результат Геннадия Николаевича 5 минут 28 секунд 83 сотых. На дистанции 400 метров вольный стиль. Будет в городе Равенская, Московской области. Эту сотку провалил полностью. Лена, выиграл? Да, выиграл. Нет, ура! Сейчас табло.